Всем привет, с вами Илья. Зачастую большие наборы Лего являются самыми желанными. В этом топе я хочу выделить 5 лучших больших наборов Лего Ниндзяго. При составлении этого топа я рассматривал только обычные большие наборы. Я не учитывал эксклюзивы по типу Ниндзяго Сити, сады Ниндзяго Сити и тому подобное. Давайте начнем. 5 место. Дар судьбы из наследия. Переиздание, вышедшее в 2020 году. Летающий корабль ниндзя, служащий им также домом. Внешний вид на высшем уровне. На носу большая голова дракона. Два опускающихся якоря, раскрывающиеся паруса. В режиме полета большие задние турбины переворачиваются, а турбины спереди по бокам выдвигаются в стороны. На палубе есть пушка. Проработанный мостик, стенки которого можно снять и поставить отдельно как место для тренировок. Внутри корабля есть небольшое помещение. В наборе вся команда ниндзя, включая юного Ллойда и сенсея Ву. Пожалуй, лучший дар судьбы за все время. 4 место получает золотой ультрадракон. Огромный, массивный дракон, состоящий из множества золотых и белых деталей. 4 головы, 4 основные стихии. Крылья раскрываются с помощью особого механизма. Подвижность в поясе и длинном хвосте. Шикарный список фигурок. Все золотые ниндзя. Ллойд в форме Они. Кристальный король и несколько кристальных воинов. Набор поразителен. Цепляет взгляд. На 3 месте монастырь Куружицу. Дом ниндзя. Ворота со стенами – отдельная часть, которую можно вплотную приставить к основной части. Разные тренажеры, места для золотого оружия, ловушки. Идеальное место для тренировок. В центре можно выпить чашку чая. На стенах этого монастыря изображена история ниндзяго. В наборе вся команда ниндзя, сенсей Ву и Вайплэш. Культовая постройка. Один из лучших наборов наследия. 2 место достается храму Додзё Ниндзя. Красивый храм, расположенный на скале. Большие красные ворота, балкончики, справа есть вход в подвал, слева мостик, ведущий к площадке для тренировок. Внутри есть места для чаепития, тренировок, множество креплений для оружия, наверху расположен чердак. В подвале находится мастерская и уборная. Также в наборе есть робот Кая, который стреляет таликами, и машина Таран Змей, способная пробить стену в скале. Хороший выбор фигурок. Шикарен! Обзор на этот набор есть на моем канале. И 1 место занимает финальная битва. Легендарный набор. 4-главый ультрадракон всех 4 стихий. Он может стрелять шариком из 2 голов, бить хвостом и махать крыльями благодаря механизму с ручкой, за которую его удобно держать. Великий поглотитель, у которого движется хвост и открывается пасть. Да-да, может слопать. В змеиную тюрьму можно посадить пойманных ниндзя. Осторожно, может пролиться кислота. В наборе есть сенсей Ву, Ллойд ЗХ, Джей ЗХ, Гармадон с золотым оружием, Чокун, Ацидикус и Скалидар. Этот восхитительный набор тоже у меня есть. Обзор на него есть на канале. Было сложно составлять этот топ, поскольку много крутых больших наборов. Каждый из них заслуживает внимания. Какой ваш любимый большой набор ниндзяго? Напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пока!